Валерий Косников – студент металлургического колледжа. Совсем недавно смотрел со стороны, как волонтеры помогают людям. А сегодня сам один из добровольцев. Молодой человек работает на доступном пляже, где отдыхают люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть специальное оборудование, есть лежаки специальные, то есть это все для них. Мы как бы им помогаем заехать сюда, помогаем потом подняться обратно. До появления доступного пляжа Василий Петин не мог себе позволить отдыхать на берегу. Теперь же спускается к реке каждый день. Как водичка? Хорошая. Бодрит. Вот видите, настил. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Вот настил, да, по песку, потому что коляска не едет. Вот, и спуск до воды прям сделан. Очень удобно. Летом это вообще незаменимая вещь для инвалидов. Изначально доступные пляжи планировались для морского побережья, а вот их появление на речных берегах – это скорее исключение из правил. Города, которые могут похвастаться наличием доступных пляжей, можно пересчитать по пальцам. Периодически оборудование приходится перемонтировать, устанавливать ближе к Волге или чуть дальше, в зависимости от уровня воды в реке. На страже комфорта стоят и волонтеры, и техническая служба. По факту вот у нас на площадку может человек выйти, здесь оставить коляску, допустим, если человек может передвигаться на руках, и по пандусу спуститься до отреза воды и ополоснуться. И эти перила очень удобны для слабовидящих граждан, им удобно. Зафиксировались, вот перилка, значит, дальше у нас вода. Во многом по запросам слабовидящих была сделана вот эта входная площадка широкая, для того, чтобы можно было отдохнуть непосредственно перед отрезом воды. Площадка для отдыха появилась на доступном пляже уже на второй год его существования. Регулярно здесь тестируют дорожку-съезд к воде. Какой она будет, прямой или извилистой, зависит от рельефа и уровня воды в Волге. Прежде чем открыть пляж, дорожку тестируют сами отдыхающие. С учетом их мнения, работа принимается окончательно. В этом году число желающих отдохнуть на самарских пляжах выросло в разы. Границы с другими государствами пока закрыты, и многие самарцы поменяли планы на отпуск. Убирать территорию стали чаще. В связи с установившейся жаркой погодой значительно возросла посещаемость пляжей жителями и гостями нашего города. В настоящее время службами, которые занимаются содержанием пляжа, скорректирована работа с учетом увеличения количества отдыхающих. Наводят порядок 3 раза в день, традиционно утром с 5 до 9 часов перед открытием пляжа и вечером после 18:00, а также избавляются от мусора в течение дня. В этом году здесь появились новые урны, лавочки с навесом, буи, оборудование на спортивных и детских площадках. Пляж мне очень нравится. Нравятся даже вот эти вот кабинки для переодевания, лавочки, вот близко к воде, которые тоже поставлены, и чуть подальше. И нравится особенно вот что-то мне настил прям до воды. Так идешь, и ножки чистые, а потом раз, и сразу прямо можно в Волгу. Очень хорошо. И вот эти вот, ну, все, от души все нравится. Мы здесь очень любим отдыхать. Каждый день приходим, загораем. Городские пляжи работают с 10 утра до 9 часов вечера. Мария Левина, Василий Колдашов. События.